нормально тут снега подвезли уже, плюс новый упал сверху. Танкам препятствия хорошие. Это выезд танкового завода. А начало самой танковой, вот оно. Да, красивый лес. И уже по сравнению с тем, как мы катались тут, снега добавилось немножко. Уже было бы интересно, наверное. Ну, не на мега-УАЗе, но на более простом внедорожнике. Сейчас глянем, что там у нас произошло. Какие-то новые приключения. Сейчас вам все покажу. Опять мы в этом прекрасном месте. Смарт на месте. Патрол на месте. Горбунчик тоже на месте. Такой сугроб уже. Скоро его видно уже не будет. Вот он, УАЗик. Закопан. Почти. Так, смотрим вот сюда и видим все ту же унылую картину. Причем это как для людей унылая. Я имею в виду вот в таком положении, когда находится деталь. Также и для УАЗа. Такая она безрадостная. Что, пойдем чинить опять. А что ж случилось, Саня? Болты отпали. Ёлки, болты отпали. Кардан отпал, все отпало. А ну глянь, Саня, нашел крестовину в кульке, новая или БУ? Саня, что скажешь? Молчать, будем молчать. Есть шансы погонять на мега-УАЗе? Если картонка будет двигаться, то есть. Это ж, блин, кусок двери моей нижней, блин. Картонку уже использовали не по назначению. Это ж сюда она должна была пойти. Ёлки-палки. Сейчас кардан. Идет капиталка кардана вот там, да? Капиталка нет, крепление кардана. Что-то с карданами как-то тяжело, блин. Опа! Последние новости. Так а как теперь дверь открывать? А где кнопка, не знаешь? Не было? Короче, что-то куда-то исчезает все время. То кардан пропал, теперь кнопка. Так а как открывать теперь? Ёханы баба, еще ручки надо покупать. Да нет, там не открывается. Ну там один раз можно открыть, а потом... Блин, все время какой-то головняк, короче. А где кнопка, не знаешь? Да нет, то на морозе не откроется. А где кнопка могла деться, не знаешь? Там, где кардан. Там, где кардан где-то лежит в снегу. Весной найдем, короче. Блин, что ж такое? Что-то идет не так все время. Короче, надо менять двери вместе с замками. А, слышишь, а если дверь такую длинную сделать, одну, и на один замок меньше, получится, не? И садиться удобно, купе будет. Чего? Блин, ну что-то не везет как-то. Короче, надо собирать. Все сначала. Собирать узлы и агрегаты. Блин, и тут что-то ржаветь начало, слышишь? Ты видел? Что-то не везет, короче. Короче, поменять кузов, и будет нормальная машина новая. Ну, нормально. Краска родная осталась? А? Родная краска осталась? Да. А, в родной краске. Слышь, это мы когда-то BMW едем, я не помню, с каким-то корешем смотреть, искали ему BMW, а, с кумом, давно когда-то, блин, лет 20 назад. Приезжаем смотреть, какое-то начало 2000-х, наверное. Приезжаем смотреть, а он в объяве читает «родная краска», это ты вспомнил. Приезжаем, а там, ну, тупо такие дрова, ну, вообще специально не придумаешь, просто ничего живого нету. Он такой в шоке, знаешь, таком глаза на выкате. Чувака спрашивают, хорошо, знаешь, где-то недалеко она была там. Спрашивают, а где же родная краска? Чувак подходит к багажнику, открывает багажник и показывает, как ты. Вот! Я так запомнил, это жесть просто. Да. Ну ладно, сейчас все починим. Что ты включил? А, дворники работают. Фары, Саня. Фар не хватало, фары. А дальний? Ё-моё, да ты шо? А помигать? Помигать фарами.
работает все. Да не, ну это фантастика. Там Саня боролся долго с проводкой. Ого, тут что-то провода какие-то появились. Как надо. Блин. Как надо. А висят. Жестяк. Короче, прижали рулевую колонку, когда ставили, прижали провода, печки, фар. Сейчас я свет включу. Где-то там прижали что-то, ну, не знаю. Короче, все тут подпеределали. А вот тут дуть не будет мне? Не знаешь? Если будешь быстро ехать, то будешь быстро дуть. Да, ладно. Скоро будем гонять опять. Это слышишь? Отпугивать клиентов, которые, да, часто приезжают и надоедают. Да, прикольная вещь. А это нос у него или что? Или это собак пугать, чтобы не заходили, еду не тырили? Ну, жесткие, суровые. А ну, сможешь Снежкой нарисовать это? Два глаза, нос и рот. Снег вот такой продолжает валить. Обещают, что сутки будет идти. Не знаю. Все скоро узнаем. Нам чем дольше, тем лучше, конечно. Это не всем так. Сейчас сборка, установка. И можно на танковую. Искать кардан. Там глубоковато сейчас, наверное. И лед толстый. Еще ж морозы были. Было 20 сантиметров в субботу. Почти 20. Сейчас, наверное, уже 25. Кардан на месте. Опять на своем месте. Новые крестовины. Короче, уже он как из золота вроде, этот кардан. Или это только кажется. Суровый уезжает. Что-то гудит. А, это насос гудит. Новый серьезный пилот. Кто чинил, тот и катается. Правильно, логично. Да, Саня? Иди, тоже твой выход. Или ты вечером? Когда фуры начнут застревать. Ну что там у тебя, елки-палки? А, массу включал. Фары работают. Ключ под... А, слышишь, Саня, а что с этим, не знаешь? С кнопкой. Еще ручки дверные надо покупать. Это какая-то полоса разлома идет. Ничего, мы ее победим, не страшно. Там плохо включается задняя. Кулиса немного тоже подустала. Ну что там, сложно? Не, не так, подожди, не так. Да, ты не умеешь? Задний, наверное, очень получается. Надо выставить его вот, вот в такое положение, потом нажимаешь и назад. Ну, она кулиса немного. Вот сейчас я, кажется, включил. Ой, подожди, давай пониженную включим. Включил. Видно тебе? Бывает. Блин. Да, да, нормально. Ёлки, только. Только успевай чинить, называется. Равняй! Пилот начинающий. Ну, данные есть. Равняй! Ну, все починили очередной раз. Все нормально. Не знаю, вреет. Хотел кардан запасной сделать, но там чуть-чуть с длиной ошиблись, короче. Без запасного не хочется ехать. Посмотрим, что будет по погоде. Если вот так будет снег валить сутки,
то будет весело везде, не надо далеко и ехать. Бежать надо мне заднюю теперь, включать ему опять. А не включил. Какой-то снег уже как мокрый пошел. Стой, стой, стой! Что-то не то. Куда-то поехал не туда. Судя по тому, как не дрифтит, то привод полный. Ладно, пусть катается. Кто чинил, тот, я уже говорил, кто чинил, тот и ездит. Пойду ты четвертый загонять, Саня просил. Ну что, друзья, все пока. Я думаю, к субботе в любом случае будет хорошо. Куда бы мы ни поехали. А он дрифтит просто по большому кругу. Главное, чтобы не снес никакую будку или машину. Сейчас, на секунду. Стой, стой! А ну попробуй, я выключил хаб. На заднем можешь пробовать. Это совсем другое дело. Карданчик тестируем. Как-то глубокий снег, зацеп хороший. Огонь, аппарат, в общем. Нет. Припарковались. Нормально сойдет. Все, теперь точно всем пока.